грешника, но удостоил меня приобщиться святынь твоих. Благодарю тебя, что меня недостойно причаститься причистой твоих и небесных даров ты удостоил. Но владыка человеколюбец ради нас, умерший и воскресший, даровавший нам эти страшные, творящие твои таинства, по благодеянию освящения души тел наших, сделай, чтобы они были мне в исцелении души и тела, в отражении всякого врага, просвещение чей сердце моего, мир душевных моих сил, веру твердую, в любовь нелицемерную, в исполнение мудрости, в соблюдение заповедей твоих, умножение божественной твоей благодати, твоего царства приобретения, чтобы сохраняемый ими во священии твоем я всегда помнил милость и жил уже не для себя, но для тебя, нашего владыки благодетеля. И таким образом, уйдя от здешней жизни, надежде на жизнь вечную, достиг я места вечного покоя, где непрестанный глаз празднующих и бесконечное наслаждение, взирающих на несказанную красоту лица твоего. Ибо ты истинная цель стремления, неизъяснимая радость любящих тебя, Христе Боже наш, и тебя воспевает все творение во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков и Создатель всего мира, благодарю тебя за все блага, которые ты дал мне, и за причащение пречистых и жетворящих твоих таинств. Молю же тебя, благой и человеколюбивый, сохрани меня под кром твоим и в тени крыльев твоих, и даруй мне чистую совестью до последнего моего вздоха, достойно причащаться святынь твоих, прощение грехов и жизнь вечную, ибо ты хлеб жизни, источник освящения, податель благ. И тебе славу высылаем с Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Давший пищу мне плоть твою добровольно, ты огонь сожигающий незастойный. Не сожги же меня, Создатель мой, пройди лучшие члены тела моего, все суставы во внутренности в сердце. И сожги тернии всех моих согрешений, душа очисти. Освети мысли, колени утверди с костями вместе, просвети пять главных чувств. Сего меня пригласи страхом при тобою. Всегда защищай, охраняй и береги меня от всякого вредного для души дела и слова. Очищай, мывай, устрояй меня, украшай, разумляй и просвещай меня. Яви меня твоей обителю единого духа и уже не обителю греха, чтобы бежали от меня по принятию причастия всякие злодеи, всякая страсть, как от дома твоего, как от огня. Ходатай мне за себя тебе представляю всех святых начальников, войск бесплотных, предтечу твоего мудрых апостолов, и сверх их твою непорочную чистую матерь, прими их молитву милосердный Христос мой, и сыном света сладела твоего служителя. Ибо ты единый благое освящение, также сияние душ наших, и тебе, как подобает Богу и Владыке, все мы славу высылаем каждый день. Тело Твое, Святое Господи, Иисусе Христе Божий наш, да будет мне жизнь вечную, и кровь Твоя драгоценное прощение грехов. Да будет же мне это благодарение, радость, здравие и веселье, страшно же второе пришествие Твое, сподоби меня грешника стать справа от славы Твоей, по ходатайствам всечистой Твоей Матери всех Твоих святых. Аминь. Пресвятая Владычица Богородица, свет помраченной моей души, надежда, покров, прибежище, утешение, радость моя. Благодарю Тебя, что Ты сподобила меня недостойного стать причастником причистой для тела и драгоценной крови Сына Твоего. Но родивший истинный свет, просвети духовные очи сердца моего, источник бессмертия родивший, оживи меня умершленного грехом. Милостиво боголюбящая милосердие Матерь, помилуй меня и дай мне умиление и сокрушение в сердце моем и смирение мыслей моих и призвание к помыслам добрым. Когда пленен бывает разум мой, достой меня до последнего моего вздоха, не в осуждение принимай святыню пречистых таинств, новое исцеление души и тела, и подай мне слезы покаяния, благодарения, чтобы мне воспевать и прославлять тебя во все дни жизни моей, ибо ты благословенный и прославлен во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба твоего, владыку, по глаголу твоему с миром, яко видишь, отче мой, спасение твое, держись уготов пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей твоих, Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святый, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Во всю землю изыди вещание Твое, яко приемшую Слово Твое, им же боголепно научилось естество, сущих уяснилось и человеческие обычаи украсилось и царское священие, Отче преподобнее, моли Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Явился еси основание непоколебимое Церкви, подая всем некрадам и господство человекам. Запечатлея твоими велениями небоявленье Василия преподобнее. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное. Не прежде грешных молений глас, и но при дворе, как благая на помощь, нас верно зовущих тебе, ускори на молитву и почисяну моление. Предстательствующая присно Богородица, и чтущая тебя, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи.